отличная летняя майка, и при этом очень простая и при создании выкройки, и в процессе вязания, потому что в основе ее мы используем прямоугольник, прямую конструкцию, но в процессе вязания и обработки мы скругляем прямые углы и получаем идеальные окружности. Уровень вязания майки – самый начинающий. В ее вязании нет ни одного сложного элемента. Единственное, что мы используем, это резиночку 1 на 1. Но если у вас нет двухфантурной вязальной машины, или вы не хотите поднимать резинку руками, вы можете заменить резинку обычной планочкой, которую мы китлюем. Однако ручную сложную китлевку я заменила очень простой, быстрой и эффектной имитацией. Эта майка хороша еще и тем, что она имеет идеальную форму для наложения на нее любого узора. Свяжите немножко подлиннее, это будет классная туника. Другой цвет, ажур, резинка, жаккард. Вы можете создать полную линейку летних маек по одной выкройке. Идеальная майка. Проймы высокие, лямки широкие. Белье нигде не торчит. И при этом скрываются те части тела, которые нам не хотелось бы показывать и которые выдают нашу полноту. Поэтому эта конструкция майка идеальна и для полных дам, которых реально сложно найти открытую майку для теплого лета. Связана майка из вискозного шелка, поэтому она получается пластичной, с хорошей посадкой. Однако надо не забывать, что вискоза материал нелегкий, поэтому вес майки на 44 размер 170 грамм, и вам надо приобретать не менее двух моточков.